Мы поехали на красивый эстетичный пикник. Взяли с собой пиццу, сыр, фрукты. Поехали на такой пикник. И параллельно можно позагорать, покупаться. Сегодня у нас расчеловочный день. Ребята привели нас на пляж. Будем просто сидеть, пить, есть. Ну и, может быть, купаться. Кстати, море показалось сначала холодным, но сейчас как будто бы оно вообще не холодное. Лера меня фоткает. Что только что случилось, не случилось минус камера, блин. Красивый эстетичный пикник. Искупались мы в море, вода плюс-минус. Ну, короче, для моря, я думаю, что вода хорошая, не холодная. Погодка как-то очень резко испортилась. Вот, не знаю, сейчас поедим еще, что есть, попьем. Да и, наверное, поедем в центр. Произошел небольшой, ну, вы сами понимаете, сегодня дождь, но мы вроде все равно куда-то съездим, что-то посмотрим. Короче, это день 3. Погнали. Сегодня погодка дождливая, но мы все равно не стали сидеть дома, поехали в город, сейчас зашли в кафешку, посидели. Купим, наконец, симки спустя 3 дня. Наконец-то будет выход в сеть. Но на самом деле без телефона жить вообще кайф. Меня это нисколько не парит. А вот Лера без ТикТока еле выживает просто. Это Даня. Даня пиз... Да, хотелось много дыма напустить, и получилось. Это что за детская игрушечка такая? Она такая мелкая, но она снимает офигенно очень круто. Смешно, смешно, ты там мохнатка выглядит. Эта мохнатка защищает камеру от шума и от ветра. Да, и от негативных людей. Пипец. И вот сейчас мы поехали забраться повыше, чтобы посмотреть на балаклаву с высоты. И просто по пути нашли вот такой болю. Блин, ну это просто...
Какая красота! Ну-ка, поработай на камеру. Ну, я не умею. Ну. Проезжаю на камеру. Я бы с удовольствием снялся в порно, если бы мне предложили даже бесплатно, отвечаю. У меня уже были мысли найти себе подругу и снять с ней хоум-видео. Нам. Ёпстудей! Блять. Что? Пизда случилась. Нет, переводного это слишком. Не подкидывают не все, а только крайне, да. Ты подкидываешь просто в лишь решение тысячи рублей. Не сдавал, думаю, пришло время для того, чтобы подняться. Это микрофон? Не хочу меняться, а на меня не пойму. Видимо, это будет конец видео. Всем подписчики, пока. Такая вот у нас веселая компания сегодня. Мы возвращаемся домой. Сейчас 23:49. По планам смотреть фильм, пить чай и все. Она накрутилась и же летит. Прикинь, реально же люди вот так взлетают. Всем привет, ребят! Мы уже находимся в Москве, сейчас монтирую этот влог. Хочу вам сказать, что на четвертый день не стал брать с собой камеру. Да мы, собственно, ничем таким интересным и не занимались, потому что, да, не работали. Мы просто с Диной сходили позавтракали, погуляли по центру Севастополя. А вечером все вместе с ребятами сходили в кино. А на пятый день у нас уже был паром и автобус до Лериной мамы. Поэтому сейчас я вам покажу, как мы встретили с ребятами рассвет. И подвели итоги совместного уикенда. И на этом, наверное, и закончим. Вот. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Всем пиз. Сегодня мы с ребятами решили встретить рассвет. Время 4:50. Поспали примерно, ну я лично поспал часа полтора, наверное. Можем. Давайте, наверное, начнем вообще с самого начала. Кто вы такие, кто мы такие, как мы встретились, и потом уже поделимся своими впечатлениями, как прошли наши несколько замечательных дней. Началось все с того, что мы с ребятами познакомились через Инстаграм, были подписаны друг на друга, причем довольно долгое время, и случайно, когда мы приехали с Даней в Москву, мы решили с ними встретиться, или... Как это было? Ну, так, в принципе, и было. Ну, так и было. Просто списались, да. Просто списались, встретились в Москве, погуляли, и буквально через месяц ребята приехали в Крым, и мы начали гулять здесь. Хотелось бы немножко подвести итоги, сделать выводы, как вообще прошли эти дни, и сразу скажу, они прошли очень классно, очень насыщенно. Ребят, расскажите, что вам больше всего понравилось в Крыму? Что вам запомнилось прям больше всего? Ну, наверное, самый прям невероятный вид был на мосту еще в первый день. Uh-huh. А так, ну, мне понравилось, что реально комфортно. Как бы. У нас такая классная тусовочка собралась. Все 4 дня были настолько насыщенными, как бы, что у нас практически не было времени, чтобы мы просто сидели. Да, и, естественно, без вас мы бы не увидели таких мест, я уверена в этом.
Да, короче, ребят, спасибо вам большое, что приютили, что показали нам Крым за 4 дня экспрессом. Прям вообще очень много всего, очень насыщенно получилось. Ну и, как уже сказали, компания реально приятная. Давайте 5. А ты чё? Раз, два, три. А как мы можем все вот так вот? Всем привет, с вами Демон и Андроид. И Андроид. Чего? Ой, все, проехали. В ТикТоке сутками сидим и не знаем элементарных вещей.